Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить утку с яблоками, запеченную в духовке по классическому рецепту. Мясо получается сочным, нежным, а утка покрывается красивой золотистой корочкой. Смотрите видео, готовьте вместе со мной, и ваш праздничный стол будет очень красивым и вкусным. Для этого блюда нам понадобится утка 1,5 кг, 2 зеленых яблока, соль, перец по вкусу, 5 зубков чеснока и пол чайной ложки сушеного базилика. Это классический рецепт, и первое правило – нужно хорошо вымыть и высушить утку. Внутри я высушивала утку бумажными полотенцами. Еще раз нужно хорошо все протереть, чтобы лишняя кровь питалась в бумажное полотенце, чтобы все было чисто, сухо. Чеснок я нарезаю вот кусочками. Я думаю, большинство хозяек готовят так утку. Но по вашим просьбам, иногда вы в комментариях пишите, вот если бы вы показали, как вкусно с румяной корочкой запечь уточку, вот сегодня именно для вас этот рецепт, уважаемые подписчики. Теперь нам нужно нашпиговать этим чесноком утку. Значит, делаем надрезы ножом под углом. Уточка у меня домашняя. Теперь берем чеснок дольки и вот под кожицу заталкиваем уточки. Мне кажется, запечь мясо, там курицу, утку сможет любая хозяйка, даже начинающая. Здесь сложного ничего нет абсолютно. А мясо получается всегда вкусным, нежным и сочным. Со спины тоже делаем несколько проколов. Вот сюда, сюда. Запихиваем чеснок. Уточка у нас весом 1,5 кг, поэтому 2 часа запекания будет достаточно для нее. Тем более запекать мы будем в пакете, в рукаве. Остальные дольки, которые чеснока остались, немножко я вот вовнутрь выкладываю их. Теперь беру базилик сушеный, пол чайной ложки. И вовнутрь тоже засыпаю базилик. Теперь следующий этап. Нам нужно хорошо натереть солью и перцем. Не использую, когда запекаю утку, никакие специи. Вот мне больше всего нравится классический вариант соль, перец. Утка сама по себе имеет прекрасный аромат и вкус. Не хочу ничем перебивать его. Поэтому соль, перец достаточно. И втираем. С обратной стороны тоже солим, перчим. Так же, как и в первом случае. Так, и, конечно же, вовнутрь не забываем немножко добавить соли. Яблоки я чаще всего беру зеленые. Одно беру всегда кисло-сладкое. Вот кисло-сладкое у меня семеренко. Режем на кусочки. Очень люблю в утке кушать яблоки. Они вкусные получаются. А одно яблоко я беру сладкое. У меня голден. Вот это яблочко. Можно, конечно, начинку придумать самим. Можно сделать туда гарнир, например, нафаршировать рисом, сухофруктами. Это ваше желание. Мне нравится, когда утка запеченная с яблоками. Яблоки придают еще большую сочность, тоже своеобразный аромат. Все получается очень вкусно. Теперь осталось нафаршировать нашу утку яблоками. Не знаю, приготовить утку, нет здесь вообще ничего сложного. Может приготовить не только хозяйка, но, конечно же, и хозяин. Будет очень приятно, когда
Жена вернется с работы, а дома будет ждать вот такая аппетитная запеченная в духовке уточка. Вот, нафаршировали. Можно зашить. Но я иду проще способом. Я иду, выбрала способ попроще. Просто вот смотрите, соединяю зубочистками. Две будет достаточно. Вот так, прекрасно. Теперь я беру пакет для запекания. Отрезала размером уточки немножко больше. Теперь нам нужно закрепить. Я думаю, рукав для запекания, все знают, как он выглядит, как им пользоваться. Очень просто. Расправили. Теперь выкладываем нашу уточку вовнутрь пакетика. Крылышки соединяем. И теперь соединяем край пакета. А теперь главное мое правило. Я никогда сразу не ставлю утку запекаться. Я оставляю ее в пакете мариноваться 3-4 часа. За это время утка немножко пустит сок. Соль хорошо в себя впитает. Аромат черного и душистого перца. Чеснок раскроет свой аромат. И также базилик. Поэтому утку ставим в холодильник на 3-4 часа для маринования. Можно ее приготовить с вечера, а утром запекать. Утку отправляем в духовку на 180 градусов, на средний уровень. Утка запекалась 2 часа. Утка с яблоками, запеченная в духовке, готова. Золотистая корочка, ароматная, нежная. То, что нужно для праздничного стола. Я рекомендую вам приготовить это блюдо и порадовать своих родных вкусным и ароматным мясом. Сейчас мы посмотрим, какая же она внутри. Хрустящая корочка сверху, это сразу видно и слышно. Смотрите, какое нежное и сочное мясо. Прекрасное, не пересушенное. Именно так нужно готовить утку. Также вот смотрите, разрежем ее здесь. Я думаю, видно, и камера передает, насколько сочное мясо. Этот классический рецепт приготовления утки, он идеален. Я всегда готовлю по этому рецепту, и утка получается сочной и вкусной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». Приятного вам аппетита! До новых встреч! Пока-пока!